По традиции снимаю все, что вижу. Тем более, что в этом сюжете есть особенность. В гостинице «Арля» на завтраке присутствуют монашки. На стенах в холле много абстрактных картин. Похоже, что все они кисти одного автора. Холод. Стенд, посвященный какому-то местному тореадору. Вот его фотография. Наш номер в беспорядке, после ночи. Я уже довольный, потому что плотно позавтракал. Вид из окна. Внизу бассейн гостиницы. Выехали в северном направлении. Первый объект на сегодня – римский акведук Пон-Дюгар. Визитор-центр. Дороги и акведуки создали мощь Римской империи. Так в Риме воду брали не из Тибра, а от источника в горах, и к Риму шли 11 водоводов. Самый длинный из них – 90 километров. Пон-Дюгар – это выдающийся памятник римской цивилизации. Длина акведука – 275 метров, а высота – почти 50 метров, и он самый высокий из сохранившихся римских акведуков. Построен, без применения извести, в середине первого века новой эры для снабжения водой города Ним и является частью водопровода длиной 50 километров. Акведук трехъярусный. По первому ярусу идет дорога, а вода для фонтанов, бань и домов города Ним пропускалась по третьему ярусу в прямоугольном водоводе, облицованном плиткой и закрытом сверху каменными плитами. Снимаю акведук многократно, по мере приближения к нему и продвижения по дороге на его нижнем ярусе. Таким запечатлел акведук один из художников в 1786 году, а таким сфотографировал его я через 223 года, в 2009 году. И здесь свирепствуют цикады. После выезда из Пон-Дюгар проехали город Тараскон. Леня вспоминает Тартарена из Тараскона,
романтика и хвостуна, героя трех романов Альфонса Даде, автора ярких литературных произведений из жизни Прованса, в том числе уже упоминавшейся пьесы «Арлезианка». Даде родился в Провансе, в городе Ним, в который ведет акведук, который мы только что видели. Теперь направляемся в Авиньон. Едем вдоль реки Роны. В древности Авиньон был столицей гальского племени каваров. В городе сохранились многочисленные остатки римской эпохи. В средние века район Авиньона принадлежал папам, которые управляли им через своего вице-легата. По мирному договору 1797 года папы вынуждены были окончательно уступить Авиньон Франции. Здесь музей археологических находок и средневековых скульптур. Основу экспозиции составляет коллекция врача и собирателя по имени Эсприт Кальве, который оставил ее общественному фонду своего имени в 1810 году. Ранее в этом здании была церковь иезуитского колледжа. Как раз в это время в Авиньоне проходит крупнейший ежегодный театральный фестиваль и всюду реклама самых разных представлений. Мэрия Авиньона. Перед ней на площади герб города. Подошли к папскому дворцу. Это крупнейший готический дворец в Европе. Слева в отдалении Авиньонский собор Нотр-Дам-де-Дом со статуей Святой Девы Марии наверху. В течение почти 70 лет, начиная с 1309 года, Авиньон был местом пребывания пап. Это случилось после того, как папа Климент V под давлением короля Филиппа IV перенес в Авиньон свою резиденцию из Рима. Этот период называют «Авиньонское пленение пап». Всего в Авиньоне было 7 пап. После того, как папы вновь вернулись в Рим, здесь в Авиньоне располагались непризнанные папы, так называемые антипапы. Герб одного из пап на здании напротив папского дворца. Другие здания на площади перед папским дворцом. Город Авиньон в XIV веке во времена папского пленения насчитывал 100 тысяч жителей, а после Французской революции их число уменьшилось до 17 тысяч. Сейчас в Авиньоне около 90 тысяч жителей, то есть меньше, чем было при папах. Своды в одном из помещений дворца. Главная сцена Авиньонского театрального фестиваля. Она находится в одном из внутренних дворов папского дворца под открытым небом. Макет папского дворца. Экскурсия у нас здесь в сопровождении местного русскоговорящего гида. Оригинальная плитка 14 века. Фигурки на архитектурные мотивы. Другие экспонаты. Внутренний двор по типу монастырских галерей. И
quelqu'un qui se moque, j'entends quelqu'un qui se moque de moi, se moque de qui? Похоже, что это трапезная. Дымоход в кухне. Представленный к нам местный гид, вернее гидесса. Сохранились средневековые фрески. Фрески XIV века в капелле Святого Мартина, находящейся в одной из башен дворца. Сатана собственной персоной. Еще снимки, сделанные в папском дворце. Выходим из папского дворца.